Друзья, всем привет! Вы на канале Tekva Blind. Меня зовут Светлана. И в этот раз поговорим опять о весах. Но это уже будут весы для кухни. Но обо всем по порядку. Вот такая коробочка небольшая. Ничего особенного в ней нет. В комплекте весы, инструкция. Эти весы разговаривают, не надо никаких приложений, Bluetooth, то есть вся озвучка уже встроена внутри, это, безусловно, плюс. Сразу скажу о цене, потому что это тоже относится к достоинству этих весов. Они стоят примерно 3000 рублей, и продает их интернет-магазин «Семицветик». Собственно, они же и предоставили это устройство нам на обзор. Ссылки на их интернет-магазин и на Wildberries, где тоже можно заказать этот прибор, будут в описании под видео. Ну, давайте посмотрим, как выглядит устройство. Упакованы они еще в такую пупырчатую пленку. Инструкция на русском языке. В принципе, там все понятно, никаких сложностей нет, но прибор не особо сложный, поэтому даже без инструкции с ним будет легко разобраться. Весы представляют из себя такую прямоугольную конструкцию двухуровневую. Нижняя часть примерно 21 на 15 сантиметров, это какой-то пластик, а верхняя площадка, на которую мы будем класть взвешиваемые предметы, вроде как написано, что она из нержавеющей стали, не знаю, насколько это правда. И она размером примерно 14 на 14 сантиметров. Немножко она возвышается над первым уровнем. И если повернуть их лицом к себе, то на нижнем уровне будет посередине дисплей и две кнопки по бокам. Весы работают от батареек, сзади есть отсек, куда они вставляются. Работают от двух батареек 3А, устанавливаются стандартным способом. На задней части есть 6 таких ножек, немножко прорезиненных, чтобы весы не скользили. Вот поставлю их так, чтобы вам был виден экран. И получается, долгим нажатием правой кнопки мы весы включаем. Здравствуйте. Ноль. Вот после того, как они сказали «здравствуйте» и озвучили «ноль», ими можно пользоваться. Весы взвешивают только в килограммах и граммах и работают только на русском языке. Поэтому больше никакие функции тут, собственно, и не нужны. Ну и длинным нажатием левой кнопки мы можем выключить или включить озвучку. Также есть функция тарирования, если мы хотим положить что-то в емкость и взвесить содержимое в этой емкости. Ну, посмотрим, как они взвешивают. Вот возьмем бокальчик. 163 грамма. Ни скорость, ни громкость, ничего не регулируется. И плюс нельзя никак повторить сообщение, если мы прослушали, надо взвешивать еще раз. 163 грамма. Вот нажму коротко правую кнопку. Вес обнулился, теперь можно в бокальчик что-нибудь класть. Вот у меня есть замечательные сосательные конфеты. 16. 114 грамм сосательных конфет. Большое спасибо за эти конфеты Анатолию Асташову и нашей группе по навигации. Конфеты это от них. Собственно, вот так весы работают. Выключаются длительным удержанием правой клавиши. Вес выключен. О том, что они выключились, тоже весы сообщают. И еще такой нюанс, когда весы произносят вес, то экран почему-то гаснет, а потом опять, когда они закончили говорить, информация на экране появляется.
Повторюсь, что никакие фунты, унции и прочее недоступны, есть только наши российские килограммы и граммы. В инструкции сказано, что они еще могут переключаться на польский язык, но это ошибка именно в инструкции. То есть никакого здесь польского дополнительного языка не предусмотрено, только на русском языке работают. В принципе, мне это устройство понравилось. Говорят четко, громко, не очень быстро, все разборчиво и взвешивают на первый взгляд правильно. И максимальный вес, я не сказала, 5 килограммов у них. Так что вполне достойный бытовой прибор, выглядит достаточно симпатично. Посмотрим, как будут себя вести дальше в работе. На этом у меня все. Напишите в комментариях, какими кухонными весами пользуетесь вы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!